В стране уделяют большое внимание духовной сфере наряду с экономической и политической модернизацией. Век глобализации – это очень важно. В этом уверен эксперт Академии современных и международных отношений Китая Сюй Тао. Я тщательно изучил статью Нурсултана Назарбаева. Один из самых важных моментов в статье – это переход на латинский алфавит. Я считаю эту идею очень важным и правильным шагом. Латинский алфавит позволит казахстанцам быстрее воспринимать новости о происходящих событиях в мире и значительно упростит освоение новых технологий.